Всем привет! Сегодня хочу рассказать о Небесном Пути, что он из себя представляет. Небесный Путь — это вот такое мероприятие, состоящее в сумме из 10 этажей. На каждом этаже есть, свой Небесный Путь, что ли. То есть это вот, видите, стихии различные. Когда мы туда заходим, у нас пройдено все, а так вообще у нас 0%. И мы ищем босса, вот тут двое, идя до 100%. Как только мы дойдем до 100%, мы можем вызвать босса. То есть, видишь, угодный босс, видите, здесь. То есть, за каждый поиск мы либо какую-то получаем награду, либо здесь появляются разбойники, которые дают нам при победе каждому из них либо пламя гнева, либо автозащиту, либо хвала жизни. Хвала жизни восстанавливает 50% здоровья. Автозащита увеличивает сопротивление на 200 единиц, и пламя гнева увеличивает урон на 100%. Также мы получаем очки разведки, которые мы можем тратить на помощь босса. То есть у нас появляется еще один НПС, который вместе с нами в команде. У нас в сумме 500 очков энергии. На каждый поиск тратится 20 очков. Можем купить 3 раза энергию по 100 единиц, то есть в сумме 300 в сутки. При прохождении каждого босса мы получаем определенный приз. То есть, вы видите, здесь написано за каждого босса первый раз. Дальше уже мы ничего за это получать не будем. То есть на первом этаже, как мы видим, за каждого босса получаем звездные слезы, золото в размере 500 тысяч, саркофаги, сильфа по 150. А за прохождение всего этажа мы получаем вот золото 1 000 000, саркофагов, сильфа 400. И звездных песок 20. И так вот в сумме следующий вот этаж, видите, идет. Потом еще один этаж. Итого 10 этажей. На последнем этаже, на последних двух этажей у нас везде сдвоенные боссы. Видите, огонь электро, вода ветер и темнота свет. Всего можно накопить 5 каждых бафов, но в бой берется всего по одному. Также очков разведки всего 1000 можно накопить. И еще время поиска мы можем получить бафы. Это увеличение здоровья, увеличение атаки и увеличение защиты. Максимум 10%. За каждый найденный баф мы получаем 2%. То есть по 5 раз всего можем найти. Видите, нашли бонус здоровья. Стало было 2, стало 4%. Вот. Ну, так-то, наверное, это все. Боссы выглядят, ну давайте вот нападем, просто покажу, как выглядят боссы стандартно. То есть ничего здесь необычного, для меня сейчас никаких проблем не вызывает, и Небесный Путь проходится только для активности, так как особо он мне уже не нужен. Ну и так как за боссов я уже никаких призов не получаю, за этажи я никаких призов не получаю, так как все пройдено. Ну, первый раз, конечно, сложно. За последний этаж вот мы получаем звездные слезы 1100, звездный песок 65, золото 5 500 000 и саркофагов сильфа 2200. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.